Традиционно наше мероприятие связано с рассмотрением особо важных проектов, законов, указов президента для решения тех или иных насущных и серьезных вопросов. Сегодня мы должны оперативно рассмотреть 4 темы. Это прежде всего наши программы в рамках Союза Беларуси и России. Об этом много уже сказано. Мы говорили об этом на Всебелорусском народном собрании и на большом разговоре во время его проведения. Также поднимались эти проблемы. Поэтому послушаем профильного вице-премьера, возглавляющего переговоры с Россией по этим программам, на каком уровне мы находимся. Хотя, наверное, больше интересовать будет вопрос, когда мы реализуем эти программы и формализуем их. Вторая тема – проект закона об урегулировании неплатежеспособности. Эту тему мы рассматривали год назад. Тогда мы принципиально договорились о подходах. И правительству было поручено изменить идеологию этого проекта, уйти от банкротства к реабилитации проблемных предприятий, а также построить его на иной концепции – защите организации от шоков, вызванных неблагоприятными внешними факторами. Но при этом хочу сказать, что преодоление этих шоковых барьеров прежде всего забота трудовых коллективов и руководителей этих трудовых коллективов. Кроме того, предусмотрено, что будем отходить от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности. Напомню, мною было поручено не перегружать суды несвойственными для этих судов вопросами, потому что завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой. Раньше эти вопросы решались в местных органах власти. Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах. Я не исключаю, может быть, придется рассматривать и в судах какие-то проблемы, но это уже последние инстанции. Следующий вопрос касается актуальной во все времена темы обеспечения общественной безопасности. Это третья тема, которой мы посвятим сегодняшнее время. Это исконная функция любого государства – общественная безопасность. Особенно по итогам прошлого года мы хорошо понимаем сегодня, что такое общественная безопасность и на чем она основана. Нам надо работать на перспективу, в том числе с использованием современных технических средств, уровень которых должен отвечать предъявляемым требованиям и складывающейся обстановке. Мы очень отстали от продвинутых в этом плане ведущих государств планеты. Придется догонять. В связи с этим мне представлен проект указа, предусматривающий изменение подходов в системе мониторинга общественной безопасности. Прошу доложить, как новые подходы повысят общественную безопасность, какая нагрузка в целом ложится в связи с этим на бюджет. При этом очень прошу вас иметь в виду, что мы не можем себе позволить неэффективное использование бюджетных средств. Особенно методы контроля должны быть подъемными для белорусского государства. Никаких излишеств быть не должно, и я никогда на это не пойду. Кроме того, следует тщательно проработать вопрос защиты информации, принять все меры для недопущения уязвимости системы. Одновременно правоохранительным органам нужно активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий. Проблема архиважная. Как продолжение работы по перераспределению функций между органами госвласти, еще одним вопросом для обсуждения будет корректировка некоторых полномочий правительства. Предложено исключить необходимость определения правительством позиции для представителей государства при отчуждении крупных объектов недвижимости. Ну, обсудим этот вопрос. Надо нам, не надо, надуманный этот вопрос или уже жить не можем без него. И хотелось бы сегодня услышать, чему могут привести
такие новации, не потеряет ли государство в этом случае контроль за продажей привлекательных активов. Но, как я уже сказал, подход должен быть один. Надо или не надо? Актуально это сегодня или нет?